Приветствую вас на канале Час Ремонта. Сегодня на обзоре бытовой релейный стабилизатор напряжения RSNK-2000. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Компактный стабилизатор напряжения RSNK-2000C относится к силовым агрегатам бытового класса. Устройство предназначено для использования в квартирах, офисах, на небольших предприятиях. Стабилизатор служит для выравнивания напряжения и защиты бытовой техники от скачков и перепадов. Класс защиты корпуса стабилизатора напряжения соответствует классу IP20. Для простоты подключения предусмотрено 4 евро-розетки. Данная модель имеет компактный стильный корпус, который выполнен в черном цвете. Комплектация у аппарата минимальная, кроме стабилизатора и паспорта на изделие, в упаковке вы ничего не найдете. Стабилизатор обладает электронным типом стабилизации и работает от однофазной сети. Частота рабочей сети должна быть 50-60 Гц, а напряжение на входе может изменяться в пределах от 160 до 260 вольт. При преобразовании напряжения коэффициент полезного действия составляет 95%, а на выходе выдается напряжение в 220 вольт плюс-минус 8%. Устройство можно установить в помещении с температурой воздуха от 5 до 40 градусов и влажностью не более 85%. Полная мощность стабилизатора достигает 2000 вольт-ампер, что позволяет подключать сразу несколько приборов. Встроенная технология защиты от высокого и низкого напряжения, а также перегрузки оперативно приостановит работу стабилизатора во избежание его поломки. Преимущества. Компактный стабилизатор напряжения можно установить на стол, на пол или прикреплять к стене. Имеет небольшой вес, можно подключать 4 бытовых прибора одновременно. Не требует особого обслуживания. Простота эксплуатации. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого аппарата. Довольно шумноватый. Врет в показании входного и выходного напряжения. Коротковат сетевой провод. Розетки слабо удерживают тонкие вилки. 220-240 вольт пропускает без стабилизации. Хлипкая клавиша включения. Всегда на дисплее выходное напряжение 220. Тяжелый и достаточно большой. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Приемлемая цена. Неплохая мощность. Несколько розеток для приборов одновременно. Задержка включения после отключения. Возможно, вы станете владельцем этой модели стабилизатора напряжения. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!